Базовая задача власти на всех уровнях заключается в укреплении гармонии и согласия в многонациональном российском обществе, заявил в начале совещания замглавы Сергей Козлов и подчеркнул, что халатное отношение к контролю за миграцией в конечном итоге негативно сказывается на безопасности анапчан и гостей курорта. Большая концентрация недостаточно устроенных в бытовом плане рабочих данной категории негативно влияет на криминогенную обстановку и может создать очаги социальной напряженности на территории муниципального образования город-курорт Анапы. Принимаемые на работу иногородние граждане, как показывает статистика отдела МВД, нередко совершают правонарушения и преступления, кражи, разбои, драки и также убийства. По данным Управления Федеральной миграционной службы, приток мигрантов в последнее время значительно возрос. Только за первые три месяца текущего года на миграционный учет поставлено более 7 тысяч человек, в то время как в прошлом году эта цифра не превышала 4,5 тысяч. Около 50 организаций и индивидуальных предпринимателей привлекают на работу иностранных граждан. Всего порядка 640 человек. В первом квартале 2013 года сотрудники отделения миграционного контроля проведено было 68 проверок. За нарушение миграционного законодательства составлено 287 протоколов. По данным УФМС, рабочую силу из ближнего зарубежья генподрядчики активно используют на строительных объектах Министерства обороны. У нас курортный детский город, у нас дети. Их я не хотелось бы, чтобы наших детей насиловали, убивали. Если вам далеко, безразлична судьба нашего населения и наших детей, но нам не безразлично. Значит, обязательно направление в прокуратуру, и в военную, и в нашу прокуратуру. Для того, чтобы для принятия мер воздействия по отношению к этим руководителям, которые на сегодняшний день не обращают внимания на наши призывы. Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению нарушителей миграционного законодательства идут практически в круглосуточном режиме. Но работу усложняет изощренность организаторов миграционного бизнеса и несовершенство миграционного законодательства. Вадим Родин, Анапа регион.